работе с бюджетом республики и о своевременном оформлении всех финансовых документов говорили сегодня на совещании главы Чувашии и правительства. Работа с бюджетом идет в плановом порядке, отметила министр финансов Светлана Янилина. Предварительные итоги за январь выглядят так. На сегодняшний день по доходам бюджет исполнен консолидированно на 13,3% и по расходам он исполнен на 3,6% от годовых плановых назначений. Доходы в целом составили 8 миллиардов 357 миллионов рублей. Из них 26% – это доля собственные доходы. Они составили 2,1 миллиард рублей, 6,1 миллиард – безвозмездные поступления. Тенденция роста собственных доходов, явно обозначившаяся в прошлом году, сохраняется. Плюс 12% по сравнению с январем 2018-го. Среди регионов Приволжского федерального округа по росту налоговых и неналоговых поступлений Чувашия находится на 7-м месте. По налогу на прибыль – на 3-м месте. Светлана Янилина отметила, что с федеральными органами исполнительной власти необходимо заключить 57 соглашений. Речь идет о 6 миллиардах рублей. На сегодня в системе электронный бюджет заключено 55 соглашений. Держать на контроле надо и соглашения о реализации региональных проектов. В этом году их 49. Кроме всего этого, вне системы электронный бюджет будут подписаны региональный проект «Новые возможности для каждого» и промышленный экспорт.